сегодня заехали на Лесную опушку. Завтра у нас начинается чемпионат России. Нас пригласили сегодня пообщаться с чемпионками, олимпийскими чемпионками. На самом деле это очень круто. На самом деле, я вот подписана на многих из этих девушек и постоянно смотрю их. И это очень интересно услышать, как они разминались, как они переживали, как они тренировались. Ну, в общем, очень интересно, мне понравилось. Красноармейские с Московской областью хорошо там подготовились. Перед этим я была у себя в городе, в Брянске, тоже все у нас под контролем, все по плану. На самом деле, конечно, переживания есть, это, я считаю, у меня всегда так, и это нормально для меня, вот. Но так, мне, если честно, вообще все равно с кем боксировать, но, конечно, переживания немножко есть. Сегодня нам проводили мастер-класс по боксу, вот, и, естественно, я сразу в стойку встала, изучила. Левый, правый апперкот я знаю, как делать. Объяснили, как, какая должна быть стойка. Ну, конечно, полчаса — это слишком мало для того, чтобы изучить, да, всю культуру бокса. Но, тем не менее, было очень интересно, очень познавательно. И прекрасное общение сейчас проходит с молодыми юными девушками, надеюсь, которые завтра покажут очень крутой результат. Я буду болеть, да, но не скажу, за кого. Если победить, скажу. Прицелом на следующий, скажем так, олимпийский сезон мы, в общем, с руководством согласовав, приняли решение, что более молодых, сильнейших спортсменов рассеять от сильнейших спортсменов более возрастной, скажем, группы. Вот, тем самым обновить и освежить состав резервный, дать возможность более молодым спортсменам перспективным пробиться в основной и резервный состав. То есть, чтобы эти спортсмены не столкнулись на стадии предварительных боев. Собственно говоря, вот в этом заключается идея рассеивания. Спортивный принцип не нарушается в этом случае? Нет, спортивный не нарушается. Мы говорим о сильнейших спортсменах, поэтому спортивный принцип здесь будет учтен. В том плане, что спортсмены сильнейшие, предполагается, что выступление этих спортсменов и удачное или успешное выступление в течение спортивного сезона предыдущего. То есть будут лидеры именно прошлого сезона рассеиваться. Надеюсь, что мы увидим новые звездочки, новых звезд, новых талантливых спортсменов. И хотелось бы увидеть работу тренеров. Она будет проявляться в результате выступления спортсменов. То есть мы на чемпионате сможем увидеть те регионы, которые готовились у себя на местах, а к чемпионату все подготовки проходят на местах, а регионы некоторые объединяются. И мы посмотрим, как эта работа осуществлялась по итогам выступления.